Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Кемано Ля-Ля-Ля. Продюсер Акума, или Акума, ну короче, хз. Это платный заказ. Спасибо большое за поддержку. Если вы тоже хотите что-то сказать, то ссылочка на Twitch в описании. Там есть ссылочка на донат алерт. Все внимательно читаете, донатите, ждете свою очередь. Она в Телеграме, если что, написана, ссылка тоже в описании. Ну и ждете выход на Ютубе. Вот, Акулич на проде. Да, Акулич на проде. Что-то знакомое продил? Нет. В общем, Кемано мы один раз уже слушали. Вот это было дело. Трек мне не понравился. И вот снова здесь. Я уже успел забыть про него, а он опять появился. В общем, сейчас посмотрим, что это такое. Ля-ля-ля. Достаточно атмосферная блока. И достаточно интересное название. Сейчас посмотрим, что это такое. Насколько качественно, насколько интересно, короче. Вот. О, есть даже... чем сопровождался, но это не важно. Но есть тизер, да? Тизер можем глянуть, наверное. Вот тут. Media is too big. Ну, давайте я без вас гляну. Вы же не против? Тут женщина. О, как. Очень интересно. Очень интересно. Допустим. Так, хорошо. То есть это будет понятный нам звук. Давайте смотреть. Надеюсь, это что-то интересное. Надеюсь, это вайб тизера. Короче, let's go. Какой ты фрик женщину увидел. Не, я про звук. Слушаем. Лекция скоро, да? Как будто что-то интересное. Слушаем. А, это и есть скоро. Пройдут проблемы, как зима с тобой одно. Не поебай, да все дела идут. И так сильно влюбилась в меня. Сумасшедшая одна. И на мне одна. Эффекты хорошие. Да, незаполненный трек. Хорошие эффекты. Слушай, интересная работа. Не, спидап, я думаю, этой песни не очень пойдет, как будто. Не-не-не-не-не. Интересная работа. Как будто можно это назвать минимализмом. Вот в этом антипоп-звуке. Да, своего рода. Какой антипоп? Это гиперпоп. Ну, блядь. Не то чтобы гиперпоп, может что-то между, нахуй. Странно. Вроде как бы очень хорошие эффекты. В целом. Но при этом заполненности не хватает в самом треке, да, то есть в отдельных моментах вроде отличное разнообразие, там что-то и по ушам разведено, и эффекты хорошие, да, то есть разнообразие достаточно, но в целом заполненности треку не хватает. И это звучит, во-первых, еще очень некачественно, пиздец как. Вначале вообще очень на скоро даже было похоже. В общем, интересная работа, но попытался сделать как-то сложно и не получилось.
Вот реально. Попытка в сложность, но она не получилась. Но nice try. Ойо НТ, как говорится. Вот. Не знаю, что еще тут говорить. Вот ребятам в чате вообще не понравилось. Есть по свидосу вопросы, по реализации тоже, но эффекты хорошие. Честно. Разнообразие отличное, то есть попытался, реально, попытка есть. Попытка есть. Последний припев мне нравится. Идея даже есть, кстати, оля-ля-ля. Ну типа оля, короче, вы поняли нахуй. Вот. Не знаю, ну пока что нет. Во фрешмены, конечно, нет, потому что очень сыро звучит. Но попытка есть пытка. Ой, попытка есть, бля, вы поняли, попытка не пытка. Вот. Хуйню, короче, не забейте. На этом все. Да. Мне не очень понравилось. Как-то так. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.